Всем добрый день! Сегодня с вами снова я, Елена, и сегодня хочу приготовить быстрые постные пирожки бездрожжевые на картофельном отваре. Я вот начистила несколько картошин, ставлю их отвариваться. Чтобы картошка быстро сварилась, нужно воды наливать так, чтобы чуть-чуть покрыл картофель. Все, картошку отвариваем без всяких премудростей. И начистила, нарезала еще лучок, сделаю пережарочку. А затем на этом отваре замесим тесто. Картошка у меня почти доваривается. Я отлила 130 мл прям вот горячей воды картофельной, отвар. И добавляю 100 мл растительного масла. Все пропорции, как обычно, оставлю в описании. Вода у меня уже соленая, соль добавлять не буду. Когда картошка варилась, я ее чуть присолила. И здесь просеяла 350 грамм муки. Все, замешиваю тесто. Да, самое главное, добавлю 2 чайные ложки разрыхлителя. Ну, у меня здесь 10 грамм. Вот и все тесто. Самое главное его приготовить на кипятке. Если будете готовить, например, пирожки с капустой, значит, просто нагрейте горячей водичке 130 мл. А если делаете с картошкой, как раз пойдет в ход картофельный отвар. Все, вас не задерживаю, быстро замешиваю тесто, картошку измельчаю в пюре и добавляю туда пережаренную луковую зажарочку. Пока я приготовила начинку, тесто отдохнуло, и теперь будем работать. Начинку, как я вам сказала, у меня картошка, лучок пережаренный, и буду добавлять кое-что еще. Есть у меня одна задумка. Все, тесто полежало. Смотрите, какое оно мягкое. Оно у нас должно получиться, знаете, немножко даже как слоеное. Я сейчас раскатаю пласт. И приготовлю что-то, наверное, как цветочки такие, в форме цветочка. Кладем начинку. Это может быть картошка, капуста, густое повидло. Но я хочу еще добавить маслины без косточек. Очень их люблю. И добавлю прямо в серединку. И собираем. Так, по кругу. Вот такой мешочек. Мешочек-цветочек. Тесто хорошо лепится, прям великолепно. И в серединку вот сюда еще одну маслинку. Вот такой мешочек-цветочек. И следующий. Мешочки, цветочки наши готовы. Вот такие они красивые, с маслинками. Теперь я взяла немного куркумы, чуть-чуть добавлю сюда растительное масло и смажу их сверху. Масло сейчас вот так красиво как краску разведем. Ну и еще для большей красоты у меня есть черный кунжут. Чуть-чуть вот так посыпаю. Смотрите, какая получается красота. Духовку я уже включила. 180 градусов. Будем выпекать минут 30-40. Но мы увидим по цвету. Поймем, когда они уже у нас испекутся. Отправляем нашу красоту в духовку.
Достала я пирожочки из духовки, дала им немного постоять. Смотрите, какие они красивые, аппетитные, хорошо держат форму. Ну что, давайте разломим. Тесто получается, смотрите, какое хорошо пропеченное и, как я вам уже и говорила, слоеное. Две маслинки, картошечка. В общем, пробуйте, готовьте с любой начинкой. Думаю, такие пирожки в пост очень даже пригодятся и понравятся. Всем приятного аппетита! Спасибо за ваши отзывы, комментарии. Ну и как обычно, мои любимые, приходите завтра.